В Ленинском районе создана по-настоящему эффективная служба защиты населения, сказал глава района Сергей Кошман, обратившись к представителям учреждений социальной сферы. Конечно, для нас, для всех очень важно, чтобы мы вот сверяли свои шаги, свои поступки, свои дела. С 1 июня прошлого года Ленинский район живет в новых границах. Площадь и численность его населения уменьшились практически в 2 раза. В Москве были переданы лучшие территории инвестиционного развития. Однако район не стал дотационным. Налогоплательщики отошедших территорий остались на налоговом учете в Ленинском районе. Таких надо было убедить в том, чтобы они остались. Уговорить. Увлечь. Потому что они бы снялись вместе со всем своим имуществом и рванули в Москву. И все. А здесь, соответственно, доплаты. Тем более, где же сидят-то социальные работники, понимаете? Насколько важно, чтобы у нас все социальные льготы, те, которые мы объявляли ранее, были сохранены. В кратком докладе о развитии района Сергей Кошман рассказал о новых детских садах, о строительстве муниципального образования объектов культуры и спорта, о большой работе по ремонту учреждений здравоохранения. Еще 20 миллионов предусмотрено проведение капитального ремонта помещения под размещение станции скорой медицинской помощи. Убогая была забита эта скорая медицинская помощь. Сейчас вот сделаем из нее достойное подразделение. Кроме всего прочего, в районе будет и свой реабилитационный центр. Мы сейчас уже поставили опять же вопрос перед Москоксом. Будем выкупать у них помещение профилактория и будем делать реабилитационный центр. Заместитель главы администрации района Надежда Демкина, выступая, сказала, что социальная защита населения – это целый комплекс мер, который не может быть сокращен. Несмотря на то, что действительно социальная поддержка населения в основном осуществляется за счет федерального и регионального бюджета в районе, сложилась работоспособная команда. Пришедшие на встречу говорили о том, что не все еще социальные объекты способны для людей с ограниченными возможностями, что необходимо расширять сеть социальных учреждений, поднимались и другие вопросы. Очень доступно, ярко, убедительно и разносторонне показана работа администрации в развитии Ленинского района. Озвучены все болевые проблемы, и они очень доступно объяснены. И я считаю, что всем нам присутствующим стало понятно, над какими проблемами работает администрация и все его, так сказать, отделы. Я считаю, надо почаще собираться, хотя бы раз в квартал, обсуждать вопросы. То есть напрямую можно с Сергеем Николаевичем и поговорить, и все, потому что не каждый может как бы и подъехать. И как-то вот мне очень понравилось. Разговор получился конструктивным. Кстати, некоторые я уже успела пообщаться, поговорила с нашими сотрудниками, соцработниками. Вы довольны этой встречей? Очень хорошее впечатление. Во-первых, не так часто они бывают на встречах с главой Ленинского района. Встреча главы района с сотрудниками социальной сферы вылилась в заинтересованный разговор с обеих сторон. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.